отфилирую кусок. Дидим. Ого! Классно! По дому гонять. Там внутри какой-то шарик. Ой, он светится. Ой, господи. Привет, мои хорошие, с вами Селена Своей. Сегодня у нас фикс прайс. Я наконец-таки насобирала разные покупочки фикс прайс для вас. Я такая загоревшая, реснички сделаны. Счастливая! В общем, два похода у меня было фикс прайс. Два пакета у меня фикс прайс. Один даже разный. Один в Александровке, другой здесь взяла. Давайте сначала посмотрим, что я взяла здесь. У нас на Сельмаше. Вообще, была я в Москве, и все то же самое, поэтому я думаю, во всех городах фикс прайса мы найдем все одно и то же. Итак, поехали! Прокладки! Я смело могу теперь о прокладках говорить после видео с прокладками со своими, поэтому да, я беру там прокладки, я экспериментирую. Вот, кстати, мне было интересно, тут нарисовано прям, знаете, смотрите, прям вообще очень красиво, прям... цветочек, все прям, и любопытно мне стало. Да, действительно, тут вот такой вот цветок. О, красивая прокладка. Так, а здесь что? Ну, а здесь просто тоненькая, это Herbs 3+, с каким-то, видимо, запахом, я не знаю. Ой, да, запахом. Хорошо, не купила. Слушайте, заходила сегодня в Пятерочку, совсем забыла, что я в Фикспрайсе взяла вот кучу прокладок все разных. Дальше я взяла вот такие ножнички. Долго ходила на них, смотрела. Да, и решила взять себе филировочные ножницы. Для чего я их решила взять? Для своего малыша. Потому что я собираюсь в следующий раз стричь его сама. У меня есть машинка, которую я там заказывала на китайском сайте какую-то. Но она хорошая, она стоит около 2000, 2 с лишним. Я думаю, если Китай и 2 с лишним, то это нормально должно быть. Ну и вот такие вот в фикс-прайсе ножнички. Не знаю, как хорошо они, кстати, режут. Давайте проверим-ка. Все равно их распечатывать нужно будет. Так. А, мама не взяла. Мама не взяла открывалки, ни ножа, ничего не взяла. И это плохо. Плохо. Надо взять. Вообще, что-то котенок забрался туда и это... И ты что, не хочешь на фоне тут у нас, а, ковыряться? Я хочу проверить. Я просто подумала, что я сама себе филирую. Обычно я могу держать так ножницы и держать так... локоны, чтобы филировать обычными ножницами. Но ребенок, он же будет вертеться, я понимаю это. Поэтому нужно быстро все делать. И скорее всего, что мне не очень будет это удобно делать ребенку. Так, давайте отфилирую кусок. Ди-дим. Ну. Ого! Филирует, блин. Да, Дынь, у меня тут кусманище. Вообще некрасиво. Короче, ой, отвратительно. Девчонки, никому не рекомендую брать ножницы в фикс-прайсе. Отвратительно. Во-первых, отрезают кусками. Вот я вижу, я вот так вот раньше просто отрезала, и у меня прям там видно кусок, то есть не тоненько. Во-вторых, если их вот так вот, ну, делать как-то, они тупые, они плохо режут вообще, и они цепляют, и сразу я вижу, вот кусочек был сечёный. Поэтому вообще ножницы я вам не рекомендую брать. Ножницы нет. Нет, не бейте. Дальше. Я взяла вот такие тапки прикольные. Я их хотела как раз померить, потому что, по-моему, там везде... филировочными ножницами. Потому что там везде, по-моему, один размер был нарисован. И я прям сомневалась, подойдут они мне вообще или нет. Бусинка, иди к нам, хочешь? Мама филировочными ножницами отрезает все это вообще. Так. Итак, слушайте, ну классно, классно по дому гонять, как тапки мягкие. Здесь тканевая штука, да, мне нравится, тканевая штучка такая, они мягенькие внутри, такой цвет прикольный. Я подумала, что если они мне не подойдут, то я их могу подарить кому-нибудь, Крестюшке, например, у нее часто гости бывают. Они тепленькие, реально теплые. Вот сколько стоят они, я не знаю, по-моему, 99 рублей. Вот эта фигня тканевая, поэтому они схляют, как носки, знаете. Дальше, взяла для малого вот такую штуку. Сейчас дам тебе. Дать? Смотри, что. Смотри, что мама тебя взяла. Короче, я не знаю, там внутри какой-то шарик. Ой, он светится. Вот люблю вот эти сюрпризы, знаете. Не ожидала.
Да, короче. И вот он вот такой вот мягенький. Весь вот такой прикольненький. А он посветился и все. Классно, слушай. Шишку сделал такую, он начинает светиться. Ты будешь играть? Идешь сюда? Иди к маме. Я тебе дам что-то. Иди к маме, будешь играть? Иди. Иди к маме. Иди. Сладкий. Не бойся. Так. Так, садись. Садись. На игрушку. Дай, на. Смотри. Это для тебя я взяла. Класс? Короче, прикольная развлекуха. И еще взяла вот такую штуку. Ой, Дэнь, еще для тебя. 99 рублей. Волчок игрушка. А, сейчас мы ее разберем. Короче, выглядит она, ну, вот как какой-то к Хэллоуину такая штука. Что тут? Я надеюсь, есть в комплекте батарейки или что? Зай, смотри, что мама взяла тебе. Смотри. Какой-то волчок. Сейчас мы разберемся. Вот это вот, короче, вот такой круг какой-то. Тут какие-то и погремушки, тут вот какая-то штука непонятная. Я думаю, что это надо сюда сделать. Так, это чтобы снимать. Так, крутим. Сейчас что-нибудь сломаю. Все в спешке. Я, кстати, уже думала над тем, что нужно снять одно видео не без спешки. Так, и что? Давайте прочитаем инструкцию. А, ну по идее тут надо повернуть. А, смотри, а ну-ка. Поворачиваем. Ой, господи. Ты... Я надеюсь, я тебя чувствую страха не насобираю. Ну вот, смотри. Прикольная штука, смотри. Так, смотри. Одеваем эту фигню. Прокручиваем так, чтобы там она как-то чуть-чуть, да, делается. Вот. Потом берем и бросаем. Дэнь, смотри. Отойди. Подожди, Зай. Смотри. Ну, смотри. Что она немного только хихикает. Давайте посильнее. Короче, вы поняли, да? Она сама по себе не хихикает. Ее нужно вот здесь вот наболтать, потом, значит, вот так вот бросить, и она начинает вертеться и хохотать. Но она очень недолго это делает, короче, такая вот смешная игрушка. На, держи. Ну, а погрызи вот это и вот это. Можно. И вот это. Смотри. Все, можно грызть. Да, мама разрешает. Вот. Так, что тут у нас еще? Все, это у нас были покупки здесь. Какие-то новые, да, интересные. Тапочки, всякие к Хэллоуину подготовка. А дальше я зашла в Фикс Прайс, который у нас здесь. Первое, что хочу показать, новые наволочки. Наконец-таки. Блин, думала, они по 50 рублей, на самом деле, по 55. А они, оказывается, по 99. Вот сейчас я хочу одеть, потому что, ну, уже, я не знаю, затерся, наверное, этот фон. Я взяла две вот такие серые под стену. Мне хорошо, да, серенькие будут. Серые с белым. И взяла вот такие интересные. Мне показались они очень классные тоже. Они войдут вот с серым вместе. А, наверное, в следующем видео уже сейчас не буду одевать. То есть вот смотрите, будет сочетание вот такое, да? Мне кажется, интересно будет на фоне вот сочетание вот этих двух подушек. Короче, две взяла вот такие. Она, видите, как крупная вязка какая-то такая идет. И расцветка очень интересная. А это вот такая, ну, как бы мягкая, как полотенце. Что-то типа того. С другой стороны здесь простая ткань, мягенькая. И с другой стороны здесь подкладочная ткань. Разная. Короче, две такие взяла. Люблю менять фон, мне это нравится. Еще вот такие платочки я взяла. Будь здоров, мой зайчик. Платочки для Дэньки взяла, очень классные цвета. Сейчас я хочу потрогать, я там не потрогала, что у них за материал. Мягкие или нет. Вот такие три платочка. Один такой, один такой, один такой. Красивые, да? Ну, там сопли вытирать. Слушайте, ну нормальная ткань. Нормально, я думаю. Оно еще у нас... Ага, здесь, значит, у нас цвет, а здесь нет. Ага, то же самое. Они, короче, с одной стороны. Ну, наверное, все платки такие. Я думала, оно с двух сторон такое. Может, я одна блондинка так думаю. Да и на, смотри, платочки какие.
Мама постирает, и хакаю будет тебе. Дальше я взяла вот такие пластыри водостойкие, 55 рублей. Сколько их? 20 штук здесь. Ну, мне как раз нужны были пластыри, я думала специально заходить в аптеку за этим делом. Но получилось, что не нужно. Какие они? То давайте посмотрим. А, они, походу, белые. Сейчас. Не люблю белые пластыри. Я люблю либо прозрачные, либо бежевые. Да, они белые пластыри. Короче, но зато водостойкие. Обычные белые пластыри. Вот они. Вот. Кто не любит белые пластыри, сразу имейте в виду. А, он прозрачный. Так, водоотталкивающий. Надежная фиксация, гипоаллергенный, с автотравматической подушечкой, дышащий, прозрачный. То есть его, наверное, снимаешь, там он прозрачный. Да? А, да, вот, смотрите. Вот, он прозрачный. Все четко. Я, как всегда, блондинка, все переворачиваю. Венечка, подожди, зайчик. Смотрите, что я еще взяла. Слушайте, как оделась, да? Да, я смотрела, и не было в нашем фикс-прайсе, хотела взять вот такие вот перегородочки. 99 рублей. Я взяла себе такую и для малого, потому что на самом деле очень много места занимает в ящике именно, знаете, там вот с трусами, с детскими носками, трусами, и мой тоже. Я решила взять такое. Ой, смотрите, как классно, оно сразу здесь разъединено. Я брала раньше в Икее такие штуки, но мне не нравится, когда... А, ну здесь тоже то же самое есть. Ну, я имею в виду, что... Короче, сейчас покажу. Сейчас я сделаю и покажу. Так, вот закрыли. Короче, вот разъединяшки, видите? А если туда положить что-то, то здесь есть пространство. Вот. Понимаете? И оно тогда под низом, там между собой мешается все. Но когда такая штука гладкая, то оно мешается скользить, потому что. А здесь тканевое все. Я думаю, что скользить не будет. Я взяла такие две штуки. Вот одна мне. Разложу сюда. Можно вот в каждую положить по несколько, например, трусиков, да, по несколько носочков. И, во-первых, видно все будет, и место будет очень экономить. Мне кажется, я и футболочки, и маечки могу положить малому. Короче, покажу в конце. Сейчас разложу, и в конце видео я покажу, как оно уже будет выглядеть. Короче, это очень классная штука. Также последняя уже, да? Последняя, да. Некоторые вещи я тут взяла для отдельных видео с фикс-прайсом. Не буду говорить, что будет сюрприз. Я решила взять букварь пацану. Во-первых, он у меня любит читать. Иди сюда. Иди. Мама что покажет. Вот идет. Иди. Букварь. Он любит читать у меня. Смотри. Букварь. Мы будем уже учить с тобой буковки. Смотри. А. Цапля. Ананас. Арбуз. Говори. Цапля. Видишь, девочка рот открыла. Вот так вот рот открыла девочка. Утюг, утка, улитка. Ты хочешь с самого начала пролог почитать? Зай, а смотри, что тут. Упражнение, задание. Африка, автобус, ложка, юла, рак. И, короче, здесь вот потом почитаем по слогам. Да? Я понимаю, что это, наверное, еще рано, но он очень любит листать книжечки. Я думаю, что... Пусть листает книжечки. Тут, кстати, очень интересно с самого начала, да, вот буква А, и девочка открывает рот. А. Сразу картинки какие-то. У, и вот девочка вот так У делает. Вот. И она И делает. О. Вот. И мне кажется, это отличная книжка для ребенка. На, зайчика, полистай. Только вот буква. Все. Ты пошел? Съел. Мой сладкий. Любит читать книжечки. Одеваю, кстати, подушки. Вот, очень классно выглядит. Здесь змейка уже идет не просто вот здесь, знаете, по краям, а полностью от сих до сих. Такая змеечка хорошая здесь. Понравилась мне такая подушечка сразу. Дунь-дунь. А здесь идет наоборот. У нас здесь идет захлест вот такой вот, один на один. И под захлестом идет змейка. Но она идет не от сих до сих. Она идет... Вот так немножко. Сейчас засунем ту подушку и посмотрим.
Вот вторая подушечка, я ее одела, набила, она очень клево смотрится. Единственное, что момент, у меня подушка белая, видите? И вот здесь вот как бы прозрачноватая эта штука. То есть вот так вот они красиво смотрятся, но уже вот так не положишь. И здесь не очень приятная ткань, она такая подкладочная, прям не классная. Видите, все как бы видно, что где. А вот здесь вот классно, что здесь ничего не видно. Вот эти более качественные подушки. Но в целом они будут смотреться очень хорошо, я думаю, на фоне. Очень уютно. Крутилась из положения, у меня одна просто темная подушка есть. Я ее сюда засунула, и не так уже видно, можно хоть перевернутая держать, более-менее, да? Лайфхак. Я говорила я вам, что я запихиваю в две подушки. У меня здесь 40 на 70, то есть длинные такие подушечки. Просто они не очень сильно набитые, они синтепоновые, поэтому они запихиваются сюда. Так что если вот у кого-то есть такие подушки ненужные, то есть на них спать мне не очень удобно. А вот набить, и они вот вообще, кстати, такие набитенькие прям смотрятся. Вот это, видите, она такая маленькая здесь, и она такая дохленькая немножко. А это прям такая набитенькая. Я их распределяю, и все. Вот такие две набитые получаются. Классные. Вот, к сожалению, не все поместилось. Сразу такой хаос какой-то, да? Но во всяком случае все видно. Я-то знаю, что где по цветам. Тут у нас куча носков, тут трусы, тут тоже трусы, футболочки. Тут даже штанники, футболочки поместились. Ну, в общем, я так все разложила и так, видите, свернула, что я вижу. Я знаю, что здесь брюки, здесь кофточка, да, там вот трусики, всякие носочки. В общем, это очень удобно. Вот я и сложила, хоть убрала ему здесь. А, к сожалению, две такие вот здесь у меня не поместятся, потому что у меня тут пеленки лежат. Вот. Вот вы увидели ящик моего малыша. Чтобы вы понимали, пока я снимаю видео, он вот что делает. Схватил книжку и все. Схватил книжку и читаю. Все, мои хорошие, покупочки закончены. Я думаю, что я вам все показала. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Впереди с фикс-прайсом я купила еще для отдельных видео. Мы будем экспериментировать, пробовать. Я думаю, вам будет интересно. Это все будет связано с бьюти-тематикой, конечно, для нас красивых. Я немножко красноватая, потому что я с солярия. А, ничего страшного, еще в квартире жарко, поэтому вот так, но все пройдет и будет хорошо. Нравится тебе книжка, мама? Ну только не мне листики, аккуратно. Все. Дорогие мои, если мое видео было вам полезным и интересным, обязательно ставьте лайк. Если вы в первый раз на моем канале, то подписывайтесь, и потому что впереди много интересного, я всегда придумываю и, в общем, стараюсь для вас. Поэтому я буду рада пополнению новых людей. Целую вас, обнимаю. До следующего видео. Пока.